В результате аварии, которая произошла на Северном кольце, пострадали 4 человека. На подъезде к микрорайону Красо столкнулись автомобили марок «Нексия» и «Ниссан». От удара «Нексию» вынесла на полосу встречного движения. В результате пострадали 3 пассажира «Нексии» и 1 пассажир, сидевший в «Ниссане». Троих пострадавших, прибывшие на место медики, госпитализировали. Очевидцы говорят, обе машины двигались в северном направлении. На подъезде к микрорайону Карасу автомобиль Nissan сворачивал влево. Водитель Nexia, не ожидая такого поворота событий, не успел затормозить. Оба водителя в ДТП обвиняют друг друга. По словам водителя Nexia, его оппонент подрезал машину. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники дорожной полиции. Состояние пострадавших стабильное. Их жизни ничто не угрожает. Еще одна авария произошла на проспекте Рыскулова. Автомобиль марки «Тойота» врезался в столб. По словам водителя, он двигался в южном направлении по улице Северное кольцо. На пересечении с проспектом Рыскулова водитель поворачивал влево, когда дорогу ему внезапно подрезал неустановленный автомобиль. Пытаясь избежать столкновения, водитель «Тойоты» вывернул руль, потерял управление, и машина, вылетев на обочину, врезалась в столб. В момент ДТП в машине находились 4 человека. Пострадал 1 пассажир. Прибывшие на место аварии врачи скорой помощи госпитализировали его в ближайшую городскую больницу. «Тойоту» отправили на штрафстоянку. Ее владельцу придется возместить причиненный ущерб, так как ни марку, ни номера автомобиля, который якобы подрезал ему путь, водитель не запомнил. Полицейские Алмалинского района задержали грабителей. Все 4 участников банды – приезжие из Южно-Казахстанской области. В Алматы прибыли на заработки. Этой ночью они напали на девушку на пересечении улиц Жарокова и Джамбула. Преступники вырвали у нее из рук сумку и бросились на утек. Мы идем, разговариваем, и тут я чувствую то, что и девушка сразу начинает кричать: «Отдайте, отдайте». Я сразу побежал за одним, то есть еще и там их было 3. И впереди еще стояли 2 в черных спортивках. Вот одного поймали уже, и вот сейчас 2. Получается, ну я не среагировал как-то, это же все равно неожиданно было. И получается, погнался за одним парнем в сторону дворов, вот прям по Калинина, там 2 рыжие идут. Что они забрали? Портмоне. Однако уйти далеко им не удалось. Полицейские задержали всех 4. Как выяснилось, все задержанные работают на строительном объекте неподалеку. После работы молодые люди решили прогуляться в ближайшем парке. Но, увидев одинокую девушку, удержаться от преступления не смогли. Кем то надо? А за Нажива оказалась невелика. Кроме студенческого билета, в кошельке ничего не было. Украденную сумку преступники бросили на дороге. Потерпевшая написала заявление в полицию. Всех 4 задержанных доставили в изолятор временного содержания. Полицейские проверяют их на причастность к другим преступлениям. УВД Медеевского района разыскивает Бурабаеву Шинар Бектуровну, 1994 года рождения. 9 августа она вышла из магазина «Рамстор» в Медеевском районе и не вернулась. Рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения. Всех, кто видел эту девушку или знает о ее местонахождении, просим сообщать по этим телефонам. УВД Алмалинского района разыскивает Казарезова Сергея Игоревича, 2004 года рождения. Мальчик вышел из дома в микрорайоне Тастак и не вернулся. Рост 110-115 сантиметров. В последний раз его видели катающимся на велосипеде черного цвета с белой надписью. Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Сергея, просим звонить по телефонам, которые вы видите на своих экранах.
УВД Алатауского района разыскивает Ибрагимову Улжан Тажиевну 1983 года рождения. 11 июня она вышла из дома в микрорайоне Аккент и не вернулась. Рост 170-175 сантиметров, плотного телосложения. Если вы располагаете информацией о местонахождении этой девушки, просим звонить по телефонам, которые вы видите на экранах.